21 ноября в районе парка «Маяк» труба дала течь. При запуске холодного водоснабжения произошло повреждение трубопровода в районе Октябрьской. И через лотки ливневой канализации вытекала питьевая вода в бухту Гертнера. Однако магаданцы в социальных сетях активно обсуждали, что в Охотское море уходят сточные воды. Хотелось бы отметить, что те сведения о сбросе сточных вод, они не имели места быть. В бухту Гертнера сбрасывалась питьевая вода в установленном порядке. Прокуратура продолжает проверку по данному вопросу. В день аварии бригада предприятия обследовала коммуникации, которые прилегают к моргородку. Специалисты за короткий срок локализовали повреждения, рассказали сотрудники организации.